В Москве задержали генерального директора крупной коммерческой фирмы. Ранее в офисе уже были обыски. Оперативники изъяли записи черной бухгалтерии, более 50 печатей фирм однодневок. По версии следствия, все это отчетливо доказывало факт незаконной банковской деятельности. Видимо, понимал это и сам мужчина, который очень хотел заполучить обратно изъятую коробку. Я хочу коробку. Какую коробку? Которую забрали. Коммерсант был предельно осторожен и все переговоры вел в письменной форме, раз за разом протягивая следователю листок с суммой, которую готов выплатить за свои документы. Офицер предупредил о незаконности данного предложения, однако подозреваемый стал настаивать на решении вопроса. Когда цифра перевалила за 3 миллиона рублей, взяткодателя задержали полицейские. Крупная сумма наличными лежала у мужчины в салоне его авто. Пачки 5-тысячных купюр приобщили к уголовному делу.